Тучи враждебные сгущаются над нами. Козлиное подразделение на вечернюю поверку. Равняйсь, стройся. На 5-2 рассчитайсь. Приказом министра обороны объявляется, этот самый дембель в этом году отменяется. В связи с приближаемся круглым годовщинам 22 июня засчитываем новый приказ. Злобные агрессоры, различные страны, подписчики требуют, чтобы вот этот серый мы так напугали, чтобы его парализовало, чтобы они, сидя на диване теплым жопом, могли посмотреть, как бедное это самое животное бьется в конвульсиях. Мы такое сделать не позволим. Мы дадим настоящий отпор агрессору и пугать до того, чтобы этот самый, короче, инфаркт был, бедной зверушки, не будем. Разойтись вольно! Весь день проколбасился, блин, это вот это самое мотор, там пистолет, шланга, там это счетчик такой цифровой, и это специально это не тефлоновым этим самым это ленточком, а купил специально в баночке такая херня специальная, которая не застывает, не замерзает, белый, и весь такой с понтом, с тряпочкой, но без белых трусов, пацаны, поэтому не гарантируем, что будет все работать. А потом электрика, а там вообще замудохался. Из-под дома туда вот к этой насосной станции есть там эта линия, но такая, блин, все через задницу. Все лампочки неправильно вообще светили, все фазы менял, блин. Хорошо вот это, что я это самое еще советского воспитания атеист, поэтому Божья мама мне всегда помогает. А представляете, был бы вот таким этим, которые там в прорубях купаются, блин, и крестят, эти освещают свои там автомобили и лапти, блин, и вообще труба была бы. А так вот с Божьей мамой вдвоем, короче, это самое, добили мы этот проект, потом передячим парам эту машину запихали, потому что у него аккумулятор севший, потому что она у нас запасная, мы на ней почти не... Итак, от канадастанского информбюро сегодня, 20 июня, ровно во столько-то хрен знает сколько часов. Буржуйские, проклятые, эти самые, блин, перепелята, фу, блин, комары везде, это самое, вероломно снесли первые 4 штуки яйки. Вот так, пойдем жрать. А что, Владимир Владимирович по утрам, говорят, херачит эти, блин, перепелины, а нам что, нельзя, что ли, блин, что мы не хотим, что ли, долго жить, блин, елки-палки. Ну, на радость всем трудящимся, еще надо проверить этих сопляков, блин, я их переселил сюда, этих цыплят маленьких, и они вместе с крупными, поэтому не знаю, что там будет, бардак будет, сейчас потом проверять. Так, что-то давно не брал я в руки камеру, последние сплетни, камеру вот установил, блин, другую, наружную, видите, вот такой вот обзор, вот это самое, где это чаи гонять, это где домик построил капитанный мощный, это бошка, заправка, ну, главная цель, конечно, это заправку, да, правильно, чтобы там бензину не налили и не убежали, правильно, камера пусть туда смотрит, и вообще ворота вот так, кто заезжает, видно все там, ну, дворянка столбовая, чтобы знала, кто приехал, а вообще, ну, еще много всяких разных новостей, ну, это, да, не, вообще новостей нету. Ну, вот так вот как-то, ну, вот камера, короче, это онлайн, короче, вот так можешь смотреть, как хочешь, когда хочешь, хоть весь день. Wireless она, понимаешь, беспроводная такая вот, знаешь, понимаешь. А эти самые, блин, эти как маленькие птички, которые, как перепелки называются, а яйца нести начали, елки-палки, знаешь, понимаешь, кушали яйца теперь, знаешь, понимаешь. Так, пацаны, я зарекался еду больше не снимать, и поэтому снимать не будем. Хочу вам просто показать суши, да? А суши не простые, а золотые. Где-то в Ютубе на просторе завалялся рецепт, что это корейские знатоки, короче, жарят мясо и втыкают его в суши. А что, они же не японцы, у них же рыбы нету, правильно, там в степях монгольских или в корейских. Какой? Монгольский, да? Рецепт. Ну, короче, нам пофигу, мы оленятину жарим так, чтобы она эта хрустящая была. И потом это самое в суши ее втыкиваем. И потом хрямаем. Некоторые с вот кикоманием, соя-сосом, а некоторые с хреновиной какой-то, а еще гирибочки, а тут немножко сирочки еще, и винишки пьем, и ужинаем, пацаны, ужинаем. Вот такой вот суши, короче. Жрем, пацаны, жрем, кушаем, давимся, буржуи, сволочи проклятые, чтоб вы сдохли, блин. А, и это... А еще как будто мало, да, как будто мало вот жратвы еще. Смотрите, Аллах что подкидывает. Издевается, просто издевается вот в окно. Представляешь, в окно вот так посмотришь туда, а там вот такая вот сволочь, такая вот зараза. Видишь, вот
символ этих гомосеков, блин. Ну, гомосеки, отдайте это, отдайте детям эту самую радость эту. Ну, шучу, ребята, радуга за окном, радуга. У нас дожди уже несколько дней, и вот теперь просвет, наконец, солнышко выглянуло, и радуга появилась. Красиво, так приятно, ну. И впервые мы, наверное, так ужинаем так рано, еще при солнечном свете. Середина июня, кажется, весна. А, не серии, ну да, 22 июня, между прочим, да, это равноденствие. Ой, даже не будем начинать там заикаться, кто на кого напал. Ну, это самое, короче, этот день больше не будет дольше становиться, а будет короче только становиться теперь. Опять вперед к Новому году и к Рождеству, пацаны. Вот так вот, елки-палки. До свидания. А сейчас смертельный номер, я вам показываю, как вот начальник большой сидит у себя в офисе за столом, кофе пьет, это там где-то чешет что-то и смотрит, как это клиент, короче, приезжает, уезжает. Надо еще камеру поставить, чтобы смотреть, как трудящиеся, как работники работают, чтобы они не волынули, короче. Ага. Ну вот так вот как-то, елки-палки. Пацаны, развожу новых этих птичек всяких, это... Ну, надоели мои эти обычные, я теперь желтых развожу. Ну, пока что 5 у меня есть, но надеюсь, что будет больше. Видите их, нет? Они тут где-то все. На воле, короче, я их выпустил на джайляу, на выпаса. А что их кормить, да? Что в неволе держать? Сердце, оно же тоже как птица. Ну, о, смотри, что там. Ой-ой, а они этот сажа любят или что? Ой, молодец. Давайте, размножайтесь. Курсивый, однако. Ой, какой курсивый. Не красный, не белый, а желтый. Так, пацаны и пацанки, пацанюшки, пацаненки и пацанятки. И это самое, я побрился, видите, в прошлый раз ругались и что-то делать. Вот, чё ты не побрился, а я побрился. Это, что-то, а пацаны это и пацанки, это самое, тут бардак, сейчас уберем. Масло заменил, ой, черное было, вот эти козлики, да, блин, вот это, ой-ой-ой, просто убить хотели. Они же не знают, дураки, что Тойоту убить невозможно, да? Ой, блин, придурки, поменял масло, ну, машина, я думаю, обрадуется. Ага. Байки, давно не рассказывали вам байки канадские про Канаду. Давайте что-нибудь расскажем. Итак, вот это, слушайте байку про, значит, знаменитого дяди Вову, канадостанского батыра, мудака и чудака и сволоча. Ага. Взял эту машину, получил, короче, да? Давай сейчас багажником ды откроем, да, это самое. Ага. Вот так вот эта ручка, так, чпок. Блин, ручная все, это самое. Нету кнопочки, чтобы багажник открывать. Ага. И вот открываю, здесь и лежит только эта запаска, да, это и все. Домкрата нету, это нету, блин, и грязно так все. Ну, коврик, конечно, есть, я его там, это, по-моему, немножко сохнет. Ага. И я так это, блин, сволочи такие, это, блин. Ну, нашел там левый домкрат такой-то, валялся у меня где-то, вот, ну, сюда большой, он сюда даже не ходил, так это бросил. Ага. И приспособил, сам сделал ключ, нашел, ну, укомплектовал, короче. А потом что-то это пошел домой, блин, давай, это самое, да, это, елки-палки, картинки смотреть, где это самое. А там это вот это было. Все вот эта херня вот так вот было, представляете? Я так рассерчал, блин, и я смотрю еще, блин, тогда из интереса глянул. И аккумулятор, тоже видите, какой-то маленький левый, блин. Лампочка зеленая горит, но ни хера не тянет, маленький он какой-то, блин. Ага. Я очень рассерчал, я позвонил им и сказал, так и так, говорю, я не склочный парень, но это, блин, я говорю, это капец. Короче, найдите старого владельца и дайте ему втык. Просто, говорю, так не делается, блин. Ага. Они это самое позвонили мне назад. Дядя Вова, в чем базар там все это? Я говорю, ну так и так, ну что такое, домкрат там, да нету, это нету, блин, колеса поменяли, лысики поставили, коммунатор сняли, то все, я хотел новую машину за 1000 баксов, а вы мне подсунули тут, блин, не совсем новую, блин. Он говорит, ну это, слушай, дядя Вова, начинает мне объяснять, когда вот авария произойдет, потом у человека 2 года, чтобы этот claim settled, знаешь, ну типа это, договориться там со страховкой, то все, и за эти 2 года, говорит, и колеса могут стесаться, и аккумуляторы могут износиться, блин, и крылья отпадут у машины, и то все. Я это все так это, ну, страхиваю. Так с ушей, смотри, какие фары сияют. Блин, как новый автомобиль, да? А у меня таких давно не было, всегда мутные фары. Ага, не, это мутная, блин, это битая была, меняли, ёлки-палки. А я радуюсь, новые фары, блин, одна по новой, одна сторона, ёлки-палки. Ага, ну и, короче, я лапшу стряхиваю, он мне там продолжает. Я говорю, это самое, это все ништяк, говорю, ну, блин, мы же в Канаде живем, да, я ему так не говорил. Но я говорю, это просто не окей, говорю. Мне это просто, мне пофигу, да, блин, все это нафиг, это, ну, блин, ну так нельзя делать, понимаешь, это просто не по-человечески. Говорю, это не окей. Он говорит, да, я тебя понимаю, дядя
его. Ну, бляха-муха, ну что поделаешь, 2 года, колеса могли износиться. И вообще мы всегда просим, чтобы люди приезжали и смотрели, и потом только покупали. Я говорю, ну мы на картинке смотрим, а на картинках написано вот получше вот такой товар, вот как на картинке. Он говорит, ну да. А вообще, говорит, знаешь, это, ну, говорит, домкрат, вот это все, это с автомобилем идет. И там оно должно быть, когда покупаешь автомобиль. И я очень удивлен, что они забрали. И он говорит, я тебе вышлю домкрат, короче, это все. Ага, и прислали в коробке видео. Так, ну, бесплатно, конечно, туда и сюда, это, на ту, центральную контору, туда, где это самое, ну, это самое. Я смотрю, сейчас инвойс, и тут написано, видите, 60 баксей стоит вот эта херня. Ага, я потом вдогонку ему еще, слушай, это ты, этот домкрат, когда будешь ложить, ты это же самое, это, не забудь и ключик, и вот эту херню положить. Да, да, говорит, это мы все положим, ага. А аккумуляторы, ну что, говорит, и в Африке они аккумуляторы, мы, говорит, этих сбитых машин снимаем и продаем хороший аккумулятор за 50 баксов. Давай, говорит, я тебе 50 баксов на твою эту визу, на кредитку перечислю, там это все. Ага. Ну и такие разговоры у нас идут, ну а тут канадостанский джигит уже смекнул, что больше из них не выжмешь. Я говорю, окей, давай, по рукам все, договорились, все это самое. Ну, говорю, старого чувака все равно владельца найдите и дайте ему втык. Так это нельзя делать, блин. Это первый раз мне такой, знаете, я этих автомобилей не знаю же, блин. Столик, блин, через руки прошел, блин, такого не видел. Какая-то мудила, блин. Ага, так это, ну действительно так не делается. Папки, ну что гоношиться, ну дала тебе страховка, хорошие бабки дает обычно, там можешь новую машину себе купить, блин, чтобы взять, и, блин, это, ну это какие-то были, я не знаю, не буду называть, кто это были, но они, ну, ясно, да, контингент такой, ага, ну вот такая вот байка, вот вроде все рассказал, Элли купила уже 2 аккумулятора по 50 баксов на эту машину, и там еще на той старой, вон, которую динамитом охраняет лес, ага. Ну, блин, как это, Цербер, да, или как там, это фриз под нее, это, знаете, где-то Херон там на лодке это таскал. Ну да, а тут тоже был одноглазый, да, Цербер или нет? Не, хрен его знает. Ну ладно, ну что еще? Ну такая байка получилась, какая-то скомканная, сумбурная, блин, елки-палки. Ну, в принципе, это суть и мораль, это ясна, да, вот это сволочи, буржуи, душат, дурят нас, как хотят, блин. Только пожалуешься, сразу тебе, блин, и бабки, блин, и извинятся, блин, и домкраты подгоняют. Ни хера не умеют они, блин, это бизнес делать. Пролетят они так, если будут это. Я шучу, пацаны. Хорошо, когда это с цивильными людьми, все. Я не жаловался, не вымогалось, ничего, просто поставил известность. Ага. Ну, вот такая вот дела. Приехали посетители, все, до свидания. Для тех, кто меня не любит. И нафиг я дурак, это самое, уехали тут в заморские страны. Бляха, колесо теперь, бляха, машина, бляха, муха. И остался бы дома, ездил бы нормально, как белый человек, а тут бляха, муха. Так, а для друзей, короче, пацаны, это самое, просто вот это колесо мды, смотри какой, это самое. Короче, вообще цепляться не хотел за дорогу, потому что гладкий совсем стал. А этот Тундрамды, он вообще, даже когда спал, ему не снился и не мечтался, что у него будет новые колеса. А потом так получилось, что прошлый год, это самая, ну, это самая страховая компания, смотрим 4 колеса и размер. А размер, смотри, не знаем вообще это. Родился, короче, уродом немножко. А это уродом, это тогда, когда это мужской род у тебя вроде, да, все это, и девки тебя вроде интересуют. А машины не очень. Ну, интересует в том плане, что ездить любишь. А вот сколько лошадиных сил, там, кудым-сюдым, обороты, привороты, это ни хрена не разбираемся. Короче, побежал на свою машину, посмотрел, номерочки точно такие же на этом колесе, как на моем. Я взял и купил. Ну, так, с трудом, потому что зима была, Новый год был, людьми до этого было, и далеко было, и купил это за полцены или за 1/3 цена. А вместе с дисками и даже в мешочке даже эти болтики. Ну, короче, они смогут что делать. Знаешь, у них машина там, у страховой компании там что-нибудь случится, да? А они снимают с него все, что можно, да? И вот, ну, допустим, машина перевернулась и на жопе лежит там, и, да? А они взяли это, колеса сняли, потому что колеса нормальные, в небо только смотрят. И все, и продали. Я купил хорош такой новый колеса, прямо ой-ой-ой. Ну, не совсем новый, но для меня почти что новый. Потому что у него еще вот эти чопики всякие торчит, всякие, видишь, везде. Теперь, короче, тундочка будет с таким красивым колесами. Ой, не знаю, прямо, хоть бы не убежал никуда-нибудь. В прошлом году тормоза получил новый, в этом году колеса половина новый, почти что новый. Ну, вот так вот, такой новости, все. Короче, с вами был исключительный это колесозаменитель, колесоменяльщик, и шиномонтажник, это самое, крутильщик, это самое. А самый главный инструмент это для начинающих. Блин, всегда надо, блин, лопухам, лохам всяким, блин, советами делиться, все объяснять. Самый главный инструмент у меняльщика колесей вот этот. И это, себе по ногам не херачьте, больно нафиг. А по колесям. Вот колесо снимаешь, оно прикипело, потому что я 100 лет не снимал. И кувалдом херачишь, еще там вспоминаешь стахановцев и маму какую-нибудь. И отлетает колесо, короче. До свидания.
Но, пацаны, не все так гладко в этом самом заморском королевстве. Вот за что не уважаю буржуев, ну, блин, ну зачем вы, да, это стаплером, блин, или стейплером, это херак, это и самое, да, вот это в колеса, блин. Ну, на них молиться надо, блин, это самое, вытирать надо, блин, белыми трусами, они вон такую херню делают, а? Представляешь, вот так чпок-чпок это. Ну, протектором, да, конечно, это глубокий, конечно, скрепка не достанет до потрохей. Ну все равно, блин, зачем, да, зачем, елки-палки, ну, блин, не по-человечески. Пойдем прочитаем, хочу, смотри, что написано. Тундра с 2010 года, ни хрена себе. Кондишн Орба. Ну, это, короче, ой-бай хотели написать, а в английском нет таких буквей. Ой-бай, поэтому они Ор написали. Ага. Ну, как-то вот так. Wheel and tire set, не тапля, блин. Так, скрепки куда-нибудь выбросить, чтобы опять поймать их в колеса. Так, пацаны, что еще это самое? Это руки вот дезинфицировать, это в сортир повесим наружный. Смотри, что китайские братья прислали. Блин, долго слали. Больше полгода, наверное, слали, блин. Все, теперь давление в шинах меряю, как это самое, как профессор. А это первый раз в жизни вот на этом Алибаба, где вы любите закупаться, там закупаюсь. Алиэкспресс называется. Япона, мама, ну уродище, конечно, блин. Ну, блин, это, ну, лучшего ничего нету, поэтому это, ну... Как для белых человеков eBay, так это, блин, для это самое Alibaba вот этот. Блин, что я вас дразню? А так же нельзя, наверное. На безрыбье и рак рыба. Хорошая штука, блин. Ну, так, все, пацаны, что пойдем? А, мусор идем выбрасывать, эти скрепки, блин. Вот так, и этот мусор надо, по-моему, мусорку увезти и выбросить. Все, пойдем дальше воевать с колесами. А теперь, ребята, разыгрываем приз. Вам нужно угадать, куда мы едем. Угадавшему ничего не будет. Почему? А потому что угадавшего тоже не будет. Потому что никогда в жизни не угадаете. Ну ни за что не угадаете. Вот можете прямо, не знаю, и Google спрашивать, и патриархов спрашивать, и в ставку звонить, блин, все равно не угадаете. Потому что, пацаны, мы едем никуда. Просто катаемся. Почему? Потому что душа попросила, говорит: «Волоха, прыгай в автомобиль и катайся!» А динамит говорит: «А я что, лысый, что ли?» Я говорю: «Нет, ты не лысый, ты одноглазый!» Подсадил его, он тоже залез в кузов. И вот мычимся, короче, и катаемся. Ну, а заодно испытываем это самое. Спидометр, стрелка красная загнется или нет, это самое. И колесы от этого, отбалансированные они или нет, хочется понять. Потому что дорога, видите, очень гладкая, боком катись только это. Трясет немножко, но все равно. Ой, машина ей как дурной. Ну, пацаны, короче, когда в молодости, да, вот на газоне на 51-м там, а потом и на 63-м ездил, про такие скоростя даже не мечтали. А теперь, пацаны, проверять будем тормоза. Ну, короче, катаемся, дуркуем. До свидания. Пацаны, последние сплетни. Вот это самое, короче, это построим светлое будущее такое. И Толя, посмотри, улыбнись зрителям. Ага, благодаря не всяким там этим самым, этим бантикам, фантикам полосатым, а вот благодаря таким людям, как тетя Оля и ее по скрипушкам, стряпают вкусные вещи, да. И это самое, я это закинул на Facebook, народ, блин, наш это самое, писает от счастья. И смотрите, первая прибыль, пацаны, тетя Оля приносит мне вот так на стол, говорит, на, подавись, говорит, на свои там патроны, блин, на винные изделия, на всякое. Ну, вот такие вот сплетни, потом что еще, фонарики всякие достал, уже лето прошло, а я, блин, это самое, траву косить на газон, кто бы приехал, покосил, а, пацаны, ну чего, блин, херней занимается, приезжайте косить. Так, инкубатор пыхтит потихоньку, блин, тоже надо наблюдать. А вообще беда, проблема, это самое, блин, это анализы воды нехорошие были, блин, это самое. Ну, елки-палки, вот вы ругаете медицинскую, это вот Игорис написал, что американцы такие-то, блин, все, хотят, чтобы мы там это все сдохли и покупали, и лечились только частично. Нифига подобного. Они сразу, как узнали, сразу сообщили в гос там это службы, и сразу нам написали: вы там людей, блин, это самое, зашугайте, чтобы сырую воду не пили и даже зубы не чистили, только кипятить, то есть все, блин, когда будет следующий анализ, блин. Так что сегодня рвем туда на заимку, короче, это хлорируем. Но я сам виноват, ведь в этом году вообще не использовали, я ж там не жил, да, это, ага, я сейчас первые постояльцы, это самая система вся такая, там, надо прокачивать ее, по-хорошему даже просто включите, чтобы вода выбежала вся, знаете, это, ну и уже будет хорошо. Но я хлорки туда как засандалю, все линии как промоем и будем опять анализ сдавать. Ну вот такие вот новости. Пожелайте нам успехов. До свидания. Так, дорогие дети, мальчиши-плохиши, сегодня мы находимся в дремучем лесу, дует ужасный такой сильный ветер,
И мы хотим вам показать десятое чудо света. Вот такие вот зеленые цветики-семицветики. А посередине белые, это значит самые такие, ну эти самые, короче, эти самые. Очень красиво так, прямо это, прямо земляничная поляна в детство, след, прямо так упади и березки обними и обписися от счастья. А если камеру так повернуть кругом, тут дядя Вовина свалка. Он собирает, коллекционирует все на свете. Да хорошие вещи, пацаны, такие бочки, блин. Гулливер, там это самое, блин, нафиг, это самое, путешествовал в такой, блин, этот самый Диоген в такой жил, блин, с Ниагарских водопадов в такой прыгают люди, а вы, блин, это с этих, это для зодчества, блин, остатки остались, жалко выброс, правильно, а это вообще улет, как легко это самое, как крышкой укрылся, ну, а еще вот это осинки долбим этим, а дизлайкщиков кормим, а чего, они больше всех богом обиженные, знаете, лайкщики, у них и так жизнь хорошая. Они это, ну, а дизлайкщики, они богом обижены, их надо подкармливать, правильно? Жрете, пацаны! Жрите, жрите, впереди светлое будущее! Видите след в траве? Проехал один такой шайтан машин. Но проехал не очень удачно. Ой, а это след, видите, капал кто-то, капал всю дорогу, тоже покажем. Ой, бай, то ветер есть, то нету. Короче, капал вот этот автомобиль, и его нужно мыть. Это, масло побежало, побежало масло из кузова, гонит масло из кузова. Давайте это, делитесь рецептами, не рецептами, этими советами. Все же мужики разбираются в автомобилях хорошо. Как-то нужно устранить эту утечку масла. Ну и потом помыть, вычистить все. Ага. Ну не гоже так, блин, стыдно. Ладно бы где-то из-под капота, из-под фильтра, там из-под головки, из-под мотора, хер знает где. А то из кузова гонит, блин. Позорище, елки-палки. Видишь? Ага, весь кузов в масле, блин. Привез вчера масло медведей, это самое. Ну, это самое. Ну, это нехорошее. Хорошее туда в бочку идет, а нехорошее это киты в лес повезем. Сейчас выйдем туда, это медведям. Так, пацаны, с утечкой масла разобрались почти. Итак, у нас сегодня технический уход и попытки восстановить и отремонтировать вот эту вот шайтан-машина. Ну, не то, что я совсем уже такой бедный и чмошный, да? Ну, блин, это... Ого, трещинка в корпусе, это нехорошо, вибрация, наверное, нужно устранить вибрацию, блин, туда Марса не долетим. А, видишь, лопасть, ударился где-то об камень, как это самое, будем это самое откручивать и выравнивать, ну. А вчера воевал с ним это, ну, блин, это с низовойцей все, блин, ну что такое. А потом Чукча сообразил, железка терся от проводов, и, короче, искра весь сюда давался, а не сюда. Ну как так, кто есть искра, то нет искра, сволочь такой. А потом, видишь, что сделал, вот так, учитесь, дети, учитесь. Ну, блин, дети просто щили все, Эльвирчик один забрала, Эрика один забрала, блин, этот самый нафиг. Один где-то в Мюнстере остался, блин, это нафиг, один на заимке, блин, теперь один здесь, блин. Плохо, когда вот так это, блин, все, это самое, в россы, блин, ну. Ой, смотри, какой у него развал колес мощный, видишь? Ой, бай. А главное, это два трактора есть. Чурка, на трактор надо пойти сделать лучше, чем эту фигню. А надо мускулатуру накачать, пацаны. Бегать надо, бегать. Пока бегаем, как зайцы, мы живем, блин. А это, перестанем бегать, и все, и капец. Ой, смотри, птица тут, птица резвится. Ну, пойдем посмотрим. Какие-то рябчики всякие. Блин, беда, вчера смотрю, у одного клюв так сикость-накость. Ну, короче, этот хлебальник развернутый, это... Ну, живет, кушает все. Ну, думаю, зачем будет мучиться, да? Что-то посоветовались так на симпозиуме с одним академиком. Надо, говорит, кончать их вовремя. Это, ну, что, блин, да? Селекция нужна, блин. А то получится, блин, одни это. Ну, сами знаете, да, что, если мне селекцию не производить. А одного ножка вся такая, блин, это вот дурак помогал, ему заедет жалко как-то. Ну, и будет калека жить, нафига, да, такое? Ой, пацаны тащатся, знаете, ну, это самое, завтра уже дожди опять, блин. Вот 2-3 солнечных дня уже, смотри, как ожили. Это они второй день на улицу выходят, хоть это, хоть не как дикие, хоть не боятся человеков. Ну, смотри, какой красивый петиса, блин. А вчера, пацаны, знаете, кто на нас напал? А? Ни за что не угадайте, вот не угадайте просто. С динамитом пошли гулять утром, и на нас было совершено дерзкое нападение. Я всегда говорю, люди это меня спрашивают, это медведи, то все. Я говорю, медведи херня, вот на рябчик на вас еще не нападал. Кополуха, блин, с маленькими, елки-палки. Как она распушит такой это шар, а прямо шар такой, летит на тебя и это.
Елки-палки, не знаешь, куда деваться. И, ну, поначалу-то непонятно, что происходит, да, и это самое. А потом пемперсы уже полные, а потом понимаешь, что это рябчик, а уже поздно, блин, ну, это самое. И дважды так это, блин. Ну, я динамита отозвал, она все равно так грозно еще раз вышла на дорогу, посмотрела. Это ну, а пацанят у нее маленькие-маленькие, такие прикольные. Эти ножки, как спички такие, высокие на ножках такие, ага. Вот что значит материнская, да, это самое. Инстинктация, бляха-муха. Так что не ходите, девки, в лес, там, блин, эти репцы нафиг нападают, если это ворон будешь ловить. Ну, пойдем работать, все, работать. Надо вот это кувалда и молоток, нам хлеба не надо, а газонокосилки давай.